Ах ты, Венерка, ты посмотри, 29 марта 2020 год. Стараемся, ловим. Облачность вообще, корова, 21.09. Сейчас аккурат рядом с Венерой должен пролететь МКС. Должна пролететь МКС. Облачность, конечно же, никакая не дымка, а натуральная такая облачность. Но, как ни странно, она позволяет увидеть фазу Луны. Ой, господи, Луны. 21.11. 2 минуты, по идее, до приближения МКС. Буду ловить. Увеличение 125 крат, и это сложно. Не знаю, что даже через такую облачность будет МКС виден или нет вообще. Только что было вообще не видать Венеры и тени даже, в смысле света. Ты моя красавица. Аккурат 1 миллион километров сейчас. В смысле 1 миллион. 100 миллионов километров. Сейчас до Венеры. А вон и МКС. Ха, не поймали. Да, его практически не видно. Жаль. Что у нас Луна так выглядит? Сейчас, может, хоть в каких-то участках неба более чистых поймаем МКС, но
мне, пожалуй, нет у нас уже чистых участков неба. Молоды. Попытка защита. Досадненько, конечно. Старались как могли. Против погоды не попрешь. Так, снимается все на Nikon Coolpix P1000, 125 крат оптического зума. Я безмерно благодарен японским конструкторам за предоставленную возможность обычным фотоаппаратам получать такие увеличения. Ладненько, будем ждать хорошую погоду. 29 марта 2020 год. Харьков, 50-я параллель северной широты. Впереди у нас много летних дней. Венера и Венус. Месяц коронавирусной блокады, карантина коронавирусного. Епс. Так что думаю, какие-нибудь более-менее... А, еще же Альдебаран у нас рядом сломанный. Луна рядом с Альдебараном. Но его бедненького вообще через эти облачка не видно. Сейчас попробую навестись справа, в смысле слева. Один угловой градус. Не, даже визуально я его не наблюдаю сейчас. Ну, что поделаешь. И то спасибо, хоть чуть-чуть разведнелось. Смотри, можно я луну поснимать чуть-чуть. Хоть так. Лады, побежали по домам.